Вот в утро 12 марта РДК и Легион Свободы России и другие формирования зашли на территорию России. И вот я сейчас говорил, что за последние сутки уже 10 регионов России атакованы БПЛА. И вспоминаем, да, что перед каждыми выборами Путин пытается показать, что он защищает разные рязанский сахар, разные теракты. А вот сейчас 10 регионов атакованы, и об этом говорят только губернаторы на местах. Никакой реакции в Москве. Почему так? Ну, естественно, и не будет такой реакции, потому что эта информация крайне невыгодная для Путина. Значит, я думаю, что вообще о том, что происходит, о том, что и происходят пожары на нефтяных объектах, о том, что атакована Северсталь, о том, что атакованы и уничтожаются важные объекты на территории России, об этом ничего не будет говориться. Это невыгодная информация. Ну, в общем-то, пропаганда работает так, как она работает. Невыгодная информация скрывается. Значит, что касается того, что доносится до населения, доносится до населения только победы. Доносится до населения только то, как Путин всех побеждает. То есть это все классика жанра. Здесь удивляться не приходится. Игорь, если вспоминать о том, что Путин отправил отставку главкома ВМФ, да, зовут его Евменов, можно ли считать эту отставку как признание Путиным то, что это поражение, как минимум, Черноморского флота Российской Федерации? Ну, безусловно, Черноморского флота Российской Федерации больше нет, причем довольно давно. Там есть какие-то остатки флотилии, которые где-то ютятся в Азовском море. Это действительно очень важный результат этой войны. И, правда, я не очень понимаю, каким образом главком ВМФ мог этого избежать, но, по крайней мере, нужно найти виноватого. Его нашли. Игорь, также я сегодня уже вспоминал в эфире о том, что Bloomberg, на свои источники ссылаясь, говорит, что после выборов Путин хочет перезапустить власть. И решается судьба таких людей, как Лавров и Шойгу. И вот издание говорит, что в последний раз Путин менял правительство в 2020 году. И сейчас очень много людей с этого правительства могут уйти. Как вы считаете, логично ли вот то, что после выборов Путин попытается показать, что он-то остается, но новые люди будут во власти и будет менять даже и Шойгу, и Лаврова? Ну, у меня есть, вот по этому поводу у меня есть сомнения. Конечно, все может быть, но, понимаете, дело в том, что и Шойгу, и Лавров – это такие фигуры, которые должны характеризовать стабильность. И главком ВМФ – это человек мало кому известный, и здесь можно менять, можно тасовать сколько угодно, об этом широкой публике неизвестно. А вот Шойгу и Лавров – это люди, которые являются витриной путинской России. Это, соответственно, первый и второй номер списка «Единой России». И если, например, уволить Шойгу, то это означает, что вся, так сказать, военная политика была ошибочной. Но, по крайней мере, это будет демонстрация того, что, так сказать, это демонстрация поражения в войне. Увольнение Лаврова – это демонстрация того, что внешняя политика ошибочна. Я не думаю, что это произойдет. По крайней мере, все, конечно, может быть, но это, с моей точки зрения, это крайне-крайне маловероятно. Есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что Шойгу, конечно, никакой не военачальник, вот, у него нулевой потенциал на его месте, но он очень верный.
И вот таких вот верных Путин не увольняет. Я думаю, что этого не произойдет. Игорь, сегодня утром появилась информация, источник издания «Иванова Ньюс». Она говорит о следующем, что двоюродный брат российского диктатора Владимира Путина, Евгений Путин, умер на 91-м году жизни. А насколько важна эта фигура? Потому что все, что известно мне лично, то, что сын Евгения Пригожина занимает... Путина, извините, занимает пост в «Газпроме», и его дочь тоже имеет какие-то компании на территории России. Я думаю, что это фигуры абсолютно нулевой значимости. Угу. Значит, для Путина родственники не имеют никакого значения. Этот человек не имеет семьи. Ну да, какие-то любовники, любовницы, какие-то там дети, они, безусловно, все пристроены, но политического значения все эти фигуры не имеют никакого. То есть это не... Путин человек, который, да, у него, конечно, есть какие-то привязанности, но это все не публичные фигуры, никакого политического значения эти фигуры не имеют. Игорь, если говорить о 15-17 марте, это дни выборов, как вы считаете, что может дать вот эта акция «Полдень против Путина», когда в 12 часов прийти на участки, и фактически ты не нарушаешь ничего, но скопление людей, очевидно, будет большое. И как вы считаете, вообще нужно приходить, нужно брать с собой бюллетени домой, нужно как-то гармошкой складывать, вбрасывать, ставить, не ставить галочку? Я довольно критически отношусь к этой акции. Вот, в отличие от подавляющего большинства представителей оппозиции российской, я не вижу в ней никакого смысла. Понимаете, вы сейчас сказали очень важную фразу. Придет большое количество народу. Где придет большое количество народу? Значит, как... Да, в Москве на некоторых участках, может быть, будет... Заметно, что в 12 часов 17 марта народу больше, чем, например, в предыдущий день. Или, например, в 12 часов народу больше, чем в 11 часов. На некоторых участках это будет заметно. По всей территории России я не думаю, что будет большое отличие. И самое главное другое. Ну хорошо, пришли. Дальше что? Там же, понимаете, даже сами инструкции организаторов говорили, что совершенно все равно, что ты дальше там делаешь. Кто-то предлагает голосовать за любого человека, кроме Путина. Кто-то конкретно говорит, что надо голосовать за Дованкова. Кто-то говорит, что надо испортить бюллетень, написать там какую-то фамилию другую. Или там отметить более чем одного кандидата. И фактически это свидетельствует, вот это вот разнобой, он свидетельствует о том, что нет никакой программы действий у организаторов этой акции. Я думаю, что все это так или иначе участие в чужом мероприятии, которое создано Путиным для того, чтобы поддержать Путина. И мне представляется, что это ошибка. Это ошибка. Вообще представить себе, что это возымеет хоть какое-то действие, это невозможно. Это никак не воздействует на результаты, это никак не воздействует на очередное, так сказать, восшествие Путина на престол. Значит, единственный смысл всего этого мероприятия – это то, что каким-то образом люди получат, может быть, моральное удовлетворение, что они хоть что-то делают, а не сидят на диване. Я хорошо понимаю тех людей, которые не имеют возможности уехать из России, которые ненавидят путинский режим. Вот мы, люди, которые уехали, фактически политические мигранты, мы мало что можем предложить им. Вот очень часто спрашивают, а что нам делать? Вот мы не можем уехать, мы не можем, там, я не знаю, так сказать, с вилкой пойти свергать Путина в Кремль. Такой возможности тоже нет. Значит, что нам делать? Не все готовы там, к партизанской войне.
пускать поезда под откос не все могут. Значит, у российской политической оппозиции нет предложений к этим людям. К людям, которые не могут уехать, которые ненавидят путинский режим. Поэтому вот эта акция, она, ну, в какой-то степени является таким политическим фитнесом. То есть действие, ну, просто для того, чтобы что-то делать. Практического смысла я в этой акции не вижу. Игорь, Октябрьский суд города Мурманска признал фотографию Навального экстремистской. Перед этим он также признал, что и фамилия оппозиционера тоже есть экстремистской. Правильно ли я понимаю, что настолько Кремль боится даже мертвого Навального, что вот когда был похорон, люди приходили, а сейчас даже могут люди и не приходить, потому что скажут, что ты идешь прославлять экстремизм и таким образом полностью закрыть все подходы к Навальному? Да, действительно, ну это уже какой-то иррациональный страх. Действительно, фигура Навального, безусловно, это человек, которого и Кремль считает главным врагом, да и, в общем-то, во всем мире понимают, что это главный оппонент Путину. Вот это вот какое-то древнее, я не знаю, пещерное отношение к врагу, когда имя Навального никто не боятся произносить и боялись при жизни. Сейчас боятся произносить и боятся его фотографии. Ну, это какое-то, я не знаю, пещерное отношение к жизни и смерти. Вот. Мы видели, как похороны Навального, прощание с Навальным превратились в крупнейшую политическую акцию. И я думаю, что панический страх перед тем, что Навальный, его фигура после смерти будет продолжать выступать в роли точки сборки для оппозиции. Вот задача заключается в том, чтобы память о Навальном стереть. Это, естественно, не удастся. Чем больше будет запрещать, тем в большей степени Навальный будет играть после смерти ту же самую роль, которую он играл при жизни. Игорь, как вы считаете, насколько хватит вот этого потенциала, да, от Навального для того, чтобы собираться, как вы говорите, или тоже будет как и с Немцовым, когда его убили и потом, ну, не забыли, но ярких примеров того, что собирались, и вот отправной точкой был Немцов, а теперь Навальный не будет. Вы знаете, у меня очень теплое было отношение всегда к Борису Немцову. Он был моим товарищем, другом. Но все-таки протестный потенциал Навального выше. При всем огромной симпатии и уважении к Немцову. Дело в том, что Навальный создал большое движение, создал большие, были штабы Навального по всей стране. И они хотя бы в значительной степени уничтожены, и многие уехали, некоторые сидят в тюрьме, но тем не менее вот это вот большое движение Навального, оно продолжается, потому что Навальный, в отличие от того же самого Немцова, обладал уникальной для России опцией. По его команде люди собирались. Вот Навальный мог организовать митинги по всей стране. Да, в условиях путинского, вот сегодняшнего, особенно, ну, после войны, естественно, режим изменился таким образом, что организация массовых митингов невозможна. Но, в принципе, вот этот потенциал организационный за Навальным остался. Я думаю, что при определенных обстоятельствах, как только режим начнет шататься, это никуда не делось. И люди, которые собирались по призыву Навального, они могут собраться снова. Тут весь вопрос заключается в том, что команда Навального – это не Навальный. Там, так сказать, нет на сегодняшний момент такого яркого лидера. В этом проблема. Юлия Навальная, пока это вопрос, насколько она в состоянии стать таким ярким лидером. Это пока больше вопрос, чем ответ. Поэтому в этом сейчас проблема.
Игорь, спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время, да, пора говорить важный процесс. З нами був Ігор Яковенко, опозиційний журналіст.